Здравствуйте! Вы на канале «Стройгарант Анапа». Мы продолжаем серию материалов о проектах от нашей компании. И сегодня на очереди коттедж 130 квадратных метров. Тридцатый проект создан для большой семьи. В нем нет ничего лишнего. Каждая его деталь прекрасно вписывается в общую концепцию. Благодаря большой площади комнаты подходят для свободной планировки. А на террасе вашего дома вы сможете отмечать дни рождения большой компании, встречаться с друзьями и просто наслаждаться тихими южными вечерами. Дом может быть построен как из газоблока, так и керамзит-блока. Его стены утепляются плитами каменной ваты, толщина зависит от выбранной вами внешней отделки. Это 50 мм при отделке штукатуркой и 30 мм при отделке кирпичом. На входе в дом надежная дверь «Бульдорс». Для лучшей теплошумоизоляции в окнах установлены двухкамерные стеклопакеты. Крыша коттеджа выполнена из металлочерепицы, смонтированы водостоки и снегозадержатели. Дизайн интерьера вашего будущего дома вы можете выбрать из каталога. Возникли затруднения? Воспользуйтесь помощью нашего дизайнера и вместе подберите все элементы. Сейчас вашему вниманию один из вариантов внутренней отделки проекта 130 квадратных метров. Спальня первого этажа с эркером, за счет него увеличивается площадь, а благодаря большим окнам – естественное освещение. Кухня-гостиная в этом проекте просто огромная – 38 квадратных метров. Тут с легкостью разместится любая мебель. Из гостиной вы попадете на террасу. Здесь же установлена лестница, ведущая на второй этаж. Зона кухни выложена кафелем, а это значит, что тут есть теплый пол, так же, как и в коридоре и санузле. На втором этаже коттеджа целых 3 спальни и еще один санузел. Высота потолков всех помещений 3 метра, установлены вентиляционные каналы, выполнена вся электроразводка. Теперь о планировке помещений этого большого комфортного коттеджа. На первом этаже коридор площадью 6,1 квадратных метра, санузел 5,9 метра, спальня 15,1 квадратов, просторная кухня-гостиная площадью 38 квадратных метров с выходом на террасу, ее площадь почти 23 метра. На втором этаже коридор 10 квадратов, санузел 6,5 метра и 3 спальни 13,2, 15,1 и 17,2 квадратных метра. В сегодняшнем видеоролике мы рассказали вам о коттедже 130 квадратных метров. Цена такого дома будет зависеть от отделки, размера участка и местоположения, будь то Темрюкский или Анапский район. Узнать более подробную информацию вы можете, позвонив на бесплатную горячую линию. Номер сейчас на экране. Посмотреть все предложения от компании на сайте sga23.ru. Там же информация о коттеджных поселках. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, задавайте вопросы в комментариях. И помните, наслаждаться комфортной жизнью на юге вам поможет компания «Стройгарант Анапа».